Предлагаю постараться дать старт хороший по сбору налогов. Вот, и СМИ осветить наших должников. Долг платежом красен. Об этом в очередной раз напомнили тем, кто вовремя не заплатил налоги. Первое в этом году заседание комиссии по погашению налоговой задолженности прошло в администрации округа. Пригласите, пожалуйста, долг в бюджет. Елена Олеговна, мы вас пригласили, потому что за ООО «Синдикоу» числится задолженность. Задолженность в региональную казну у этого предприятия более 6 миллионов рублей. Его представитель утверждает, все платили. Однако у сотрудника налоговой инспекции такой информации нет. На вопрос, почему с ноября игнорируется постановление суда, ответа также не последовало. Срок был уплаты по требованию 2 октября, и было уже принято решение о взыскании. В период подготовки к заседанию в консолидированный бюджет региона поступило порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Из 20 приглашенных на заседание физических и юридических лиц присутствовали 10. Общая сумма задолженности более 57 миллионов рублей. По большей части должники согласны с образовавшейся задолженностью. Они пояснили, какие они пытаются принять меры по изысканию средств для погашения задолженности. Все недоимщики предупреждены о последствиях неуплаты. Впрочем, у них еще есть время, чтобы погасить задолженность. Сделать это нужно до 15 февраля. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».